Дворы приняты на данный момент, если мы говорим про факельную группу. Гарантия по этим дворам сохраняется, никто ее не отменял. И по поводу отвода воды, да, на самом деле, после больших дождей выезжали на место, смотрели, каким образом осуществить отвод. Отвод воды в основном это около 9-го дома, 7-го дома. Там есть скопление воды, которое набирается во время именно больших осадков. Все замечания и нарушения, если будут возникать в рамках гарантийного срока, будут меняться за счет подрядчика.